Добрый день, дорогие друзья! С вами Махина Ирина, старший лидер компании Faberlic и участник проекта Faberlic Online. Сегодня я хочу показать свой заказ. Он, правда, небольшой, но мне он очень прям по душе, потому что он мне обошелся совсем за копеечки с моей объемной скидкой, с такой первой огромной, плюс кэшбэк. И поэтому я очень хочу поделиться своим заказом. Клиентский заказ у меня небольшой. Вот он весь тут. Обычно у меня клиенты заказывают в последние дни. Вот жду сегодня, завтра, и завтра отправляю. Вот это все клиентское. Ну, это мы все узнаем. Мужская серия. Я на этом останавливаться не буду. Вот. Это для глазок. И тут то, что клиентское, вот только могу вот что показать, это пинцетик. Я себе не заказывала такой, а вот она у меня попросила заказать. И слушайте, прорезиненную, я думаю, что в руках будет удобно. Тоненький, вот видно, что тоненький, в чехольчике. Я его доставать, конечно же, не буду, чтобы упаковка была целостная. Так, и штрих, артикул 95-76. Думаю, что клиент останется довольным, потому что вроде такой легонький, оригинальный. Так, себе заказала, конечно же, две наши новинки. Черничный решила попробовать. Черничный решила попробовать цвет. Так, артикул 56-58. Хотя сама глаза, честно, редко-редко крашу. В основном я делаю наращивание себе. И второй вот малиновый. Так, артикул 56-29. Не знаю, как это будет на мне, но вот решила попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Я, правда, светловолосая, а мне кажется, это больше подойдет этим брюнеткам, чем блондинкам. Так, это же, конечно же, мужу, да, от которого он без ума, Ланселот. Код 3240. Даже если у него по бутылке есть еще, он все равно всегда говорит, Ира, закажи. Я говорю, так зачем? У нас две отправки в неделю, в любой день можем заказать. Он мне всегда и говорит, а вдруг не будет, вдруг кончится у вас на складе. Я говорю, хорошо, закажу. Это тоже мы уже проверяли, поэтому заказала повторно влажные салфетки. Они не помешают, тем более весна на улице. Так, сейчас найдем. Не вижу артикула. Слушайте, не вижу. Вообще не вижу, если честно. Не знаю, может кто-нибудь. Может вы кто-то и видите, но я что-то не вижу. Ну вот весной даже от капли дождя, от луж ничего не оставалось. А, вот он, господи, не вижу. 11-434. Просто капельки стекали от моих сапог. И вообще ничего не оставалось, никаких следов. Рекомендую, кто не пользовался. Также это тоже всегда пригодится в нашей повседневной жизни. Что туфли, что обувь. Ищем опять код, который я не вижу. Так, 11-432. Бесцветная. Муж сказал мне, что ему сначала не очень, потому что она сильно пропитана. Ну, вот видно, что она сильно пропитана. Когда она немножко постояла, повысохла, вот ему такой эффект больше нравится. А так он говорит, с такой губкой только идти в рестораны, да, в театры, чтобы обувь совсем блестела. Это я взяла в первый раз себе эту мини-губочку для замши и нунбука. По одной причине, так как в прошлом году я себе купила сапоги у нас замшевые, Faberlic, и за ними нужен уход. Артикул 11-560. Ну, коробочка небольшая, в виде спичечного коробка, тоже только что потолще.
Вот так она выглядит, ворсинистая. Не пробовала еще. Но сегодня уже выходила в этих сапожках на улице. У нас так более-менее сухо. Но вот хочу попробовать почистить и посмотреть, что будет за эффект. Дальше мыло. Видите, я все из пакетиков достала, чтобы не шебуршать. Мыло было запечатано вот в такую пленочку. Давно хотела. То подарок новичку был, не было, то нет на складе. А тут я решила, закажу, даже если нет в каталоге. Вбила просто код. И что вы думаете, он взял, мне встал и по распродаже. Это вот у нас 70%-то распродажа была весенняя до 31 марта. И мне встал со скидкой 199 рублей. Код 11344. Ну вот металлическое мыло. Не обладает моющим, но удаляет запахи. Вот попробую. Давно хотела. Муж сказал, что, конечно, говорит, это, наверное, все вранье и неправда. Я говорю, не знаю, люди пользуются и всем нравится. Следующее мое приобретение — это вот такая терка. Тоже она была вот запечатана отлично. Просто можно сказать. Каждая терочка отдельно. Это я уже все распечатала, чтобы вам показывать. Удобная в эксплуатации. Вы скажете, зачем такая терка? Да, у меня такая терка дома была, я вам скажу честно. Только я пускаю, она, наверное, немножко размеров побольше была. Но она у меня была. Так, вот для сока. Это мелкая. Это шинковка. И пюрешки. Ну, а здесь крупная. Меняется все легко. Просто одним нажатием. И все снимается. Видите, я даже одной рукой могу все убрать. А взяла я, девочки, только вот из-за этой штучки. На той терке у меня такой штуки не было. И поэтому я, когда терла, муж один раз у меня палец себе так обрезал, сказал, что он больше ей пользоваться не будет, убери в дальний угол. Когда я ему сказала, что приобрету вот эту, он сказал, бери, с удовольствием буду пользоваться такой теркой. Цена вообще, по-моему, смешная. 799 рублей. А артикул, сейчас я вам скажу, какой у меня. Так, 11444. Вот. В хозяйстве, думаю, пригодится. Ничего не помешает. Самое интересное, что место занимает мало. Все поместится сюда. И туда же влезает крышечка. Просто мне там сейчас неудобно. Не буду шуметь. Следующее мое приобретение — это моя сковорода. Начиталась отзывов. Вот это все пакетики. Видите, как все аккуратно, все сложено. Все в отдельной, как бы, сначала в одном пакетике, потом в другом. Это вообще, это нечто. У меня никаких слов нет. Ручка мягкая, прорезиненная. Цвет голубой. Ну, мне, наверное, сейчас, не знаю, камера моя передаст, не передаст. Что-то на свету, на солнышке тут плохо как-то передает. Ну вот, покрытие такое прикольное. Ну вот, сказали, что даже блины можно печь без масла. Буду пробовать, потому что я печь люблю. Так, взяла диаметр 28, потому что маленькая не было, 24. И артикул 11555. Вот, теперь у меня есть новая сковорода. А то на кухне все сковороды темные. И уже как-то эта чернота надоела. Решила все разнообразить. Вот таким голубеньким цветом. Теперь у меня вот все голубенькое. Хотя, не знаю даже. Вот, купила даже еще крышку. А, сковорода по ценам каталога 199 рублей. Но мне, соответственно, с моим кэшбэком она мне дешевле. Крышка на 3 размера. 24, 26 и 28. Вот она так плотно прям прилегает. Никуда не девается. Вообще не... Мне кажется, даже какой-то вакуум даже создается. Так, артикул. Она тоже была в пакетике. Вот и в таком. И вот в таком. Сейчас артикул посмотрим. 11549. Кто себе еще и не купил, приобретайте. Будете радовать своих близких вкусной едой. Взяла себе, опять же, активный крем для коррекции фигуры, термоэффект.
так как скоро весна, да, она уже началась, лето, хочется быть красивой, да, еще у нас скоро день рождения проекта, на который я еду, и нужно быть в форме. Артикул 1194. Я этим средством пользуюсь не первый раз, и по одной причине, даже у меня есть массажистка, к которой я хожу, она говорит: Ира, возьми свое средство. Она, ей нравится, и она покупает даже для своих клиентов, кому она делает массаж. Ну, а вот самое приятное началось. Все говорят, что экономить нельзя в Фаберлике. А это все мои подарки. Это вот все мои подарочки. Конечно же, Фаберлик Клуб. Я все копила баллы, думаю, что я буду их копить. Надо уже куда-то тратить. В первую очередь посмотрела на щетку. В каталоге она сейчас стоит 1199 рублей. Она мне досталась за 1 рубль. Просто идеально. Сейчас скажу вам код. Так, перевернула. 99.00. Все берут, хвалят, почему бы мне и с собой не взять. Тем более у меня сейчас полная коллекция кремов Platinum. И думаю, что будет идеально с этой щеточкой. Пользуюсь, потом расскажу. Следующее. Итлс Ню. Я очень обожаю и эти пакетики утром пить. Они мне очень нравятся. 50 баллов, по-моему, коробочка. А так стоит, по-моему, 400 рублей, если не ошибаюсь. Вот. А так по 1 рублю. Опять же, 2 коробочки по рублю. Следующее. Решила, конечно же, порадовать и мужа. Все было запечатано. Не видим пакетик. Так. Портмоне. Артикул. 94.69. Вот сейчас на распродаже точно видела, потому что попадалось что-то там, я просто просматривала распродажу, то было 599 рублей. Так, по-моему, около 1000 кошельки стоят. До этого я ему брала черный, сейчас мы вот взяли коричневый. Был, думаю, нисколько не хуже смотрится, тоже так приятненько. Тот у нас был простой, а тут он такой плетеный. Видно, что плетеный. Ну, по размерам прикинула так, да вроде такой же, как и был. Так что я думаю, что останется довольный. Вот видите, не выходя из дома, купила то, что себе хотела. Там мужу купила. И роллер. О, это была моя мечта. Кажется, он стоит недорого у нас в каталоге. Но до чего мне на него было денег жалко, вот не поверите. Вот смотрю на нее, на эту штучку, и думаю, есть что другое купить, зачем я буду покупать. Вот, код 11036. Но тут, так как он мне попался в Фаберлик клубе за, не помню за сколько баллов, но я-то приобрела за 1 рубль, и почему бы мне это не взять? Вы не представляете, как я счастлива и довольна. Вот она. Это маленький такой. Чтобы, я думаю, даже можно в сумочке его не носить. Тут такая пленочка. А здесь прорезиненная. У нас тем более дома собака. Две даже. Одна-то не линяет, а стафтерьер линяет. Так вот, шерсть от шерсти, думаю, будет помогать. И здесь все удобно. Сейчас вот одной рукой вам даже покажу, что снимается. Вот такой вот роллер. Вот. Короче, я осталась довольна своими покупками, своими подарками. Вот. Кто еще не знает, что такое Фаберлик Клуб, просто делайте заказы, получайте, обменивайте свои баллы на подарки, и будет вам вообще все классно и круто. Просто делайте заказы. Всего-то сейчас у нас есть вот еще каталог номер 5. Вы еще можете зарегистрироваться, получить свою 1000 в подарок на оплату первого заказа. Это вообще совсем круто. А с 8 апреля начинает действовать новый такой вот летний уже, сказать, каталог. Готовимся к лету. Надеюсь, вам мое видео было... А, я еще ведь не все вам рассказала. Я хотела еще поделиться одной штучкой. Сейчас я вам покажу. Это заказ у меня 4-го каталога. Это моя доска.
Отдельно уж я не стала, думаю, делать о ней видео. Она тоже голубого цвета. Вот прям все такое голубое теперь. И оно все сочетается. Эти зубчики просто теперь моя любовь. Она прорезиненная. Она со стола никуда не съезжает. Мне нравится вот этот платок. Что сюда, например, ты нарезаешь, и у тебя со стола никуда ничего не вывалится. Вторая сторона, она гладкая. А вот, даже можно вместо подноса, заметьте, использовать. Это я так подумала. Кот. Кот. Слушайте, кот и не скажу, наверное, вам. Сейчас в этом посмотрим в каталоге. Так, цвет голубой. 11 655, вот за 899 рублей я ее купила. И то подумываю, наверное, еще вторую купить, чтобы все старые свои доски в деревню отвезти, и вот чтобы они были не нужны. И вот такая рукавичка тоже силиконовая, она мне очень понравилась. Так как я люблю что-то делать в духовке, я уже ее испробовала и была разочарована, что купила одну. Каталоги, она у нас стоит, сейчас я вам скажу, по-моему, в этом что-то, а не в этом, сейчас, простите, вот эта каталоги, она, может, четвертая брала, так, вот она, 799 рублей и артикул 11 426. И как вы думаете, я вот ее купила, сидела и думала потом, что бы мне сделать, так хочется вторую, но денег вроде как бы жалко, 799 рублей. Думаю, дай-ка я зайду в Фаберлик Клуб. И что вы думаете, вот, пожалуйста, у меня теперь две за 1 рубль, я в Фаберлик Клубе взяла себе вот такую рукавичку. Силиконовая, внутри ткань, все прошито. Я уже испробовала обе. Вообще руки не обжигают. Забыла решетку достать. Доставала прямо вот этими рукавичками. Нигде ничего не оплавилось. Качество идеальное. Так что всем советую. Кто еще не с нами, кто еще не пробует продукцию Фаберлик, присоединяйтесь к нам, в нашу команду. Внизу под видео есть анкета на регистрацию. Мы рады будем видеть вас в нашей команде. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. Надеюсь, оставляйте комментарии. Надеюсь, вам мое видео понравилось.